Машина предназначена для работы с материалами средней и тяжелых групп и имеет полную систему автоматики и вспомогательных приемов. Скорость шитья составляет до 4000 стежков в минуту, при длине стежка до 6 мм. Машина, с учетом современных тенденций, выпускается со встроенным двигателем, имеет характерный для машин Сируба простой для понимания и освоения пульт управления функциями автоматики. Перемещение материалов производится зубчатой рейкой, транспортирующей иглой. Это позволяет шить на ней труднотранспортируемые материалы и выполнять качественные отделочные строчки даже на участках с перепадом толщины. Автоматические закрепка, обрезка ниток, подъем лапки и иглы позволяют при использовании машины экономить значительное время на выполнении этих вспомогательных приемов. Пульт машины позволяет использовать ее не только в режиме прямого шитья, но и работать с настройкой так называемых шаблонов шитья. Мы использовали шаблон закрепки.